В региональном правительстве состоялось итоговое заседание первого созыва молодежного консультативного органа при губернаторе Омской области. Новая структура начала работу в мае 2019 года. За это время молодежное правительство региона успело запустить ряд социально значимых проектов, среди которых экологический челлендж «Я начинаю с себя», серия видеороликов о молодых аграриях, «Я выбираю малую родину», кадровые программы «Молодая команда» и «Кадры решают». О реализации этих проектов рассказала председатель регионального молодежного правительства Елизавета Михайленко. За два года мы смогли создать определенный базис деятельности молодежного правительства. У нас есть определенные методические наработки, у нас есть понимание деятельности молодежного правительства, кадровые его внутренние структуры, внутренние работы, мотивация, обучение членов молодежного правительства. Это тоже очень важно. Особый интерес общественности вызвал проект «Я выбираю малую родину». Успешная деятельность молодых омичей, производящих сельскохозяйственную продукцию, выигрывающих гранты, создающих рабочие места, дала толчок развитию других направлений – экономики, образования, спорта, информационной политики. Интересные наработки представил руководитель направления здравоохранения, экология и социальное развитие Валерия Крахмальна. Мы делали экологический челлендж, то есть заряжали людей на использование экологических привычек в Омской области, то есть сокращение того самого неперерабатываемого мусора, который у нас сейчас есть. Методические рекомендации для районов Омской области были разработаны в части организации послов молодежных правительств Омской области в районах для трансляции тех самых проектов, поэтому методическая база, она очень большая. Активность молодежных лидеров отметила заместитель председателя правительства Омской области Татьяна Дернова. По ее мнению, ребята успешно работали с сельской молодежью, качественно занимались патриотическим воспитанием. К сожалению, из-за пандемии из работы структуры выпал целый год, в связи с чем ребятам не удалось реализовать себя в полной мере. Но создан важный задел и есть база для движения вперед. Мы обсудили сегодня пути развития дальнейшего. Мы пришли к выводу все вместе, что очень не хватило живого общения с представителями правительства Омской области. Я очень надеюсь, что следующим этапом как раз и будет такое вот очень плотное взаимодействие, погружение их в нашу деятельность, да, а с нашей стороны это выслушивание каких-то советов, почему бы и нет, вопросов по ходу того, что они увидели и услышали, да, в нашей деятельности. Это очень важно, это взгляд со стороны, он всем важен и нужен. Новый состав молодежного правительства при губернаторе Омской области будет сформирован в течение 3 месяцев. Срок его полномочий останется прежним – 2 года.